буду штукатурить вот эту стену. Для этого взял один профиль и второй профиль. Два профиля. Буду водить вот этой вот рейкой, которая 9,5 сантиметров. Но я ее беру как за 10, это даже лучше будет. Первое, что я сделал, взял, закрутил на эту стену саморез сверху. Произвольно накрутил шнурку и эту шнурку вытянул вот этот вот отрез. Вот он болтается. Далее беру от стены до шнурки, мерю. Самый маленький размер у меня получился 5 сантиметров. Рейка у меня 10 сантиметров. Значит, я беру от шнурки, еще беру 5 сантиметров. Держу пальцем, забиваю с этой стороны гвоздь. Дальше. Сверху также беру от шнурки 5 сантиметров, держу пальцем, забиваю с этой стороны гвоздь. Далее, одним пальцем подтягиваю к этому гвоздю и к нижнему гвоздю этот профиль и закручиваю в стену этот профиль. То есть, и закрутил там в стену. Но здесь пришлось не закручивать, так как здесь большое расстояние. Но профиль никуда не денется, не загнется. Ну, здесь получилось проще. Здесь самый большой бугор получился этой стены. Я взял здесь 10 сантиметров, закрутил здесь, отвесом вертикальную рейку эту сделал по отвесу и закрутил здесь. Далее возьму вот эту вот рейку, которую буду штукатурить. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. И на себя эту рейку как бы слегка тяну, опираясь к этим рейкам, накидываю раствор и буду его снимать. Вот так вот буду снимать. Рейка будет у меня двигаться. Все. Буду приступать к работе. Пока.